«Возвращение», «Экодоку» и «Британия и Россия». Внеконкурсные программы под такими названиями станут частью 4-го Забайкальского международного кинофестиваля, который пройдет в Чите с 29 мая по 2 июня 2014 года. На суд зрителей будут представлены более десятка картин, которые ранее не демонстрировались в забайкальских кинотеатрах. 2014 год объявлен годом Великобритании в России. Этому будет посвящен один из блоков программы, в рамках которого будут представлены такие кинокартины, как историческая драма «Поле в Англии», а также триллер «Студия звукозаписи Берберян» и мелодрама «Лето в феврале» Кристофера Минола. Программа «Возвращение» — это как классические, так и современные произведения грузинского, а также киргизского киноискусства. В том числе и такие работы студии «Грузия-фильм», как «Листопад», «Не горюй» и «Древо желаний». В Чите будет показан и ряд творений режиссеров-документалистов «Счастливые люди. Год в тайге» Дмитрия Васюкова и Вернера Херцога, «Книга тундры», «Повесть о Вуквуа и маленьком камне» Алексея Вахрушева, «Мусор» Кандида Брэдли.